о Рождестве Христове. Выкинули Христа из Рождества Христова, на устах осталось только Рождество. И в лучшем случае поздравят с годом новым, видно, с годом больше, а не с Христом родство. Волшебной ночи пожелают, всем удачи, вот к чему сводит праздника значение. А пожелания тех невежд достойны плача, о теле все родимом попеченья. Кто б только сердце мог принять событие это с надеждой, верой, радостью спасения, то круглый год в душе того Господне лета не ждет счастливчик мира опасений. Припав к стопам рожденного Христа младенца, как утопающий соломинку обняв, для мира стать бы нам изгоем, отщепенцем, так и живем все, смысл жизни не поняв.